Ну и я на него весь сенат натравил. Весь сенат! Серьезно! Господи, ну и смехота! У меня аж через нос поперло! Папа, Палпатин слушает. Звонок за ваш счет от... Дарта Вейдера! Так, мне надо поговорить. Погодите. Вейдер, как поживает мой любимый ситх? Помедленнее. А? Что значит, они взорвали звезду смерти? Кто они? Что это за фигня такая? Алюминиевый фалькон. Окей. Но, так кто еще остался? Да ты че, ебаться? Ну и где ж ты? Погоди-ка. Ты 2 недели туда-сюда летал, пока сеть нашел? От тебя, небось, воняет, прям как от ног в портянках из сала с кожей. Оу, извиняюсь. Я думал, мой темный властелин ситхов осилит защиту маленького выхлопного шлюза 2 метра диаметром. За нее еще даже кредит до конца не выплачен. Ты представляешь, как это повлияет на мою кредитную историю? Повеси, у меня еще звонок. Что? Я сейчас занят. Ну, куда собрались? А, ясно. Так, возьми мне сэндвич с индейкой. Да, колслоу, наверное. Я его есть не буду. Ну, а ты что берешь? Я всегда неудачно заказываю. Не, это и возьми. Окей, пока. Чего? Вишневую колу. Спасибо. Извини. Что? О, вот так вот взять и заново построить? Просто охуенная оригинальная мысль. А кто мне кредит даст, дятел? Ты? Да, у тебя банкомат есть в этой модной жилетке. Бегом тащи сюда свою жопу, 7-футовый астматик. А то я всем расскажу, как ты ныл насчет этой подомамы или панды, или как ее там звать. О, господи, он плачет. Ну ты чего? Да ладно тебе, не надо так. Просто, ну, слушай. Просто у меня столько всякого дерьма сейчас. Звезду смерти вот какие-то подростки р***ли. Но я не хотел на тебя орать. Но ты давай, езжай обратно. Окей, пока. Да, я тебя тоже люблю.